Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Дорогие друзья, доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Зовут меня Ольга, и сегодня я хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю для знака зодиака Телец, для наших уважаемых Тельцов. Также напоминаю о том, что гадание имеет общий характер, поэтому помните о том, что оно может проиграться не для всех, срезонировать не со всеми, но я уверена, что досмотрев это видео до конца, вы найдете для себя нужные подсказки и советы, которые в процессе гадания нам дают высшие силы. Гадание и для мужчин, и для женщин, и для тех, кто в паре, и для тех, кто одинок. Давайте начнем. Усаживайтесь поудобнее, так, чтобы вам никто не мешал, и погружайтесь вместе со мной в поток гадания, в поток информации, которую нам открывают высшие силы в процессе гадания. Итак, приступим. Тельцы. Ваше настроение на начало недели, эмоциональное состояние. Далее, мы рассмотрим события всей недели. Какие основные трудности, с чем вам придется столкнуться на этой неделе. И также мы посмотрим ваши личные отношения, сферу ваших интимных отношений. Также мы посмотрим ваши финансы. Также мы рассмотрим сферу ваших денег, посмотрим ваше эмоциональное состояние на конец недели и возьмем карту совета, пока мы ее оставим в закрытом виде. Уважаемые Тельцы, ваше настроение на начало недели. Если говорить о мужчинах-тельцах, то карта великолепная, которая говорит о том, что вы полны решимости, вы решительны, вы знаете, как нужно действовать, что нужно делать, как добиться успеха. Здесь все в ваших руках. Если говорить о женщинах-овнах, это говорит о том, что многие из вас зависят от своих мужчин. Это карта прежде всего супругов, мужей, наших мужей. Для кого-то это может быть карта партнеров, да, партнеров, от которых вы, может быть, зависите в бизнесе или в каких-то других делах. В общем-то, довольно-таки уверенное состояние на начало недели. Смотрим дальше. Четверочка также говорит о стабильности, о какой-то некой стабильности в вашей жизни. Основные события этой недели. И здесь сразу две карты мечей выпадают. Королева мечей, туз мечей и король пентаклей. Это говорит о том, что для многих из вас важна будет тема, прежде всего, заработка. Если говорить о женщинах, ну, конечно, заработок будет важен и для мужчин, и для женщин. Также здесь я обращаю ваше внимание на то, что здесь одновременно две фигурных карты. Это говорит о том, что решают вопросы какие-то совместно мужчина и женщина. Вот мужчина и женщина в тандеме решают какой-то вопрос. Если вы женщина, вам помогает мужчина. Если вы мужчина, вам помогает женщина. И здесь какие-то новые грозные начинания в вашей жизни. Какой-то вопрос вам нужно решить, и чем скорее, тем лучше. Но я вижу, что высшие силы на этой неделе покровительствуют вам в любом случае. Если вы темноволосая женщина, то здесь довольно-таки решительный настрой. Вы готовы действовать, вы не будете сидеть сложа руки. Для кого-то здесь могут решаться вопросы документов, действительно каких-то бумаг. Для кого-то это могут касаться вопросы, и связанные с правоохранительными органами. Для кого-то это могут быть врачи, прохождение каких-то врачей. Здесь все об этом. Но давайте смотреть дальше. Сфера ваших отношений, ваша личная жизнь. И здесь у нас выпадает троечка посохов и пятерочка чаш.
Довольно-таки интересная комбинация. Для тех, кто в паре, эти карты говорят о том, что отношения кармические, отношения по судьбе. Вы, скорее всего, в этих отношениях имеете ведущую роль, то есть вы своего партнера ведете за собой. Но здесь я вижу, что есть некая хитрость в отношениях, некое лукавство. То есть вы, может, манипулируете ситуацией так, ну, как было бы вам выгоднее, да? Может быть, вы не все говорите своему партнеру, либо где-то лукавите. Но также эти карты могут говорить о том, что ваш партнер тоже может где-то идти какими-то обходными путями и тоже может лукавить. Для кого-то троечка посоха все-таки может говорить о том, что в отношениях есть третье лицо. И мы видим, что это довольно хитрый, коварный враг. Для мужчин это может быть ваш соперник, для женщин это может быть соперница. И обратите внимание, лисичка у нас здесь выпала, и пятерочка чаш. Какие-то разочарования все-таки, несмотря на то, что вы всячески пытаетесь решить вопросы семьи, отношений, да. Здесь, конечно, карты говорят о том, что есть сексуальные отношения, в этом плане все нормально. Но вот в партнерстве есть некая игра, мы это уже по картам видим. Но также для кого-то это может проигрываться как третье лицо. Не факт, не для всех, конечно, мои дорогие тельцы, поэтому не стоит расстраиваться заранее. Для тех, кто одинок, карты говорят о том, что, скорее всего, вы в активном поиске и, возможно, для себя уже рассматриваете какие-то варианты, и, может быть, даже не один вариант. И вы здесь, если вы женщина, вы как лисичка, вы вот такая хитренькая, такая красивая, такая вся пушистая, вот, и где-то лукавая, такая лукавая. А если говорить о мужчинах, то вы, может, можете встретиться с партнером, который довольно-таки лукавый человек, и не факт, что этот человек свободен. Может быть, у этого человека, которого вы встретите, есть и еще какие-то отношения, кроме отношений с вами. Поэтому будьте внимательны, те, кто одинок, но и также те, кто в паре, присмотритесь к своему партнеру, что с ним происходит. Возможно, здесь нужно поговорить, пообщаться для того, чтобы понять ситуацию, понять обстановку. Давайте посмотрим на вашу работу. Что в вашей работе? Выпало сразу два старших аркана. Старший аркан Солнышко и старший аркан Правосудия. Что-то очень важное происходит на этой неделе. Это уже три старших аркана. Вот выпало и на работу два одновременно. По карте Солнышко можно сказать смело и с уверенностью о том, что какой-то вопрос, который для вас очень важен, это могут быть какие-то и юридические дела, и юридические вопросы. Это могут быть и какие-то важные сделки, и важные договора, и важные начинания, и, может быть, вы решаете какие-то еще старые дела, они у вас в процессе, но здесь все завершается благополучно и позитивно. Даже если где-то был какой-то спорный вопрос, даже если в какой-то степени он еще на этой неделе может быть спорным, но, тем не менее, все решится позитивно и хорошо. Я вижу, что на своей работе вы однозначно пользуетесь уважением, вы профессионал, вы мастер, скорее всего, вы человек очень самодостаточный, яркий, и, скорее всего, многие из тельцов работают на себя, то есть вы, может быть, являетесь каким-то начальником, начальницей, вы кем-то командуете, но это так, довольно-таки умно и мудро ведете свое руководство, пытаетесь быть справедливым со всеми людьми, которые вас окружают.
Так, смотрим сферу ваших финансов, сферу ваших денег. И вот сюда как раз выпало две негативных карты. Пятерочка посохов и семерочка мечей. Мы видим то, что здесь имеется какой-то конфликт. Конфликт. Здесь есть какое-то лицемерие, двуличность, какой-то обман. Если говорить о партнерстве, если у вас есть партнер, то, скорее всего, ваш партнер недобросовестен, нечестен и где-то с вами лукавит. Здесь карты говорят об игре, но эта игра уже выходит за свои пределы, и все может закончиться скандалами, когда вы понимаете, что вам лгут в лицо, что вас пытаются водить за нос, то здесь может возникнуть конфликт, и довольно-таки бурный конфликт. И этот конфликт, я так понимаю, касается денег. Для кого-то, да, действительно, здесь конфликтная ситуация именно с деньгами. Я смотрю, что большая конкуренция все-таки на вашей работе. Много недоброжелателей, много врагов. В любом случае на вашей работе, потому что работа и финансы, они всегда напрямую связаны между собой, то у вас очень много недоброжелателей. Вот этому вашему успеху, вот этой вашей яркости очень многие завидуют. И здесь кто-то может даже сознательно вас провоцировать на какие-то конфликты. И вы можете идти на поводу у этих людей, судя по этим картам, здесь как бы вы уже вовлечены в какой-то конфликт, в какое-то выяснение отношений. Завершение недели. Чем завершается неделя? И мы видим туз чаш. Это второй туз в этой вашем раскладе. То есть мы видим уже два туза. Два туза. Обращаю ваше внимание на то, что это плутовство. Обратите внимание, плутовство. То есть не зря вот комбинация карт пятерочка посохов и семерочка мечей. Мы видим, что здесь какая-то интрига, нечестность, конкуренция, злоба, ненависть, желание досадить, насолить. И здесь какое-то плутовство. Кто-то сознательно делает вот эти вот манипуляции. Но в конце недели я вижу, что неделя завершается положительно. Неделя завершается с такими прекрасными эмоциями. Это эмоции любви, счастья, удовлетворения, радости, довольства. Что-то вы, скорее всего, для себя сможете получить то, что вы давно хотели, да? Для кого-то конец недели может быть тоже связан с какими-то новыми начинаниями, но эти начинания могут все-таки касаться больше сферы ваших любовных дел, ваших личных отношений, потому что все-таки это туз чаш, и это карта дома, семьи. Все-таки, может быть, что-то вы обдумываете в конце недели, такое для дома, для семьи, чтобы и себе было хорошо, и любимым и близким сделать тоже что-то приятное, может быть, какой-то праздник для тела, для души, да? И по тузу чаш мы можем, да, что-то планируется в доме, какие-то вот такие радостные события для кого-то, что-то вы планируете. И давайте подытожим сразу три старших аркана. Важно, что в вашей работе оба аркана положительных. Ну, в комбинации с солнышком это однозначно. Правосудие выходит как положительная карта. Император тоже ваша уверенность на этой неделе, ваша сила, ваша мощь, ваш ум, ваш интеллект, умение решать вопросы, умение добиваться своего в любом вопросе, какого бы вопроса это не касалось. И давайте посмотрим карту совета для вас. Что же вам нужно делать для того, чтобы достичь максимального успеха? И двоечка посохов. Карта говорит о том, что вам действительно не хватает каких-то ресурсов, вам не хватает финансов. Эта карта всегда говорит о том, что вам нужны какие-то новые влияния, вам, может быть, нужны новые спонсоры, новые, может быть, сотрудники в компании.
может быть, новые компаньоны, может быть, просто помощь старых людей, старых друзей, с которыми вы уже имели дела, да, и вам придется кому-то обращаться за помощью, и эта карта как раз об этом и говорит. Обратитесь за помощью к вашим друзьям, коллегам, близким людям, которые могут в вашем вопросе помочь, которые компетентны в вашем вопросе. Если говорить о работе, да, то кто-то здесь имеется. Это может быть совет, даже может быть двух-трех человек между собой, о чем-то вы совещаетесь, о чем-то вы говорите, ведутся какие-то важные переговоры. И здесь вот такое кажется, что на кону все. Вот, вы готовы чем-то рисковать, вы готовы куда-то вложить деньги, вы готовы, вы находитесь в таком напряженном ожидании, но карта призывает, обратитесь к кому-то за помощью, и, скорее всего, однозначно эта помощь вам будет оказана. Давайте все-таки посмотрим, что за враги вас окружают, и что за ситуация связана с вашими недоброжелателями. Какой-то конфликт. У нас выпадает Полинорман, карта метелок. Соперничество какое-то идет в работе. Конкуренция какая-то идет в работе. Так. Я смотрю, что у кого-то конфликт именно с партнером мужчиной. Но не обязательно. Здесь даже может конкурировать между собой мужчина и женщина. Такое тоже вполне возможно. Какой-то конфликт может быть и между мужчиной и женщиной, не только между мужчинами или не только между женщинами. Здесь вообще какой-то конфликт, в который втянуты все вот одновременно как-то. Может быть, даже и ваши родные и близкие вот как-то выходят на вашу работу каким-то образом. Но здесь какая-то ситуация спорная, давняя. И давайте посмотрим все-таки, что на уме у ваших партнеров, у ваших недоброжелателей. Есть какая-то женщина. Которую вы знаете очень давно. Скорее всего, это даже кто-то, кто был вхож в вашу семью, либо посвящен в проблемы вашей семьи. И здесь какой-то страх у нас выпадает. Здесь выпадают страхи. От какого-то человека вы можете ожидать подвох именно от человека для вас хорошо знакомого, человек, который был вхож в вашу семью. Для кого-то это могут быть даже родственники. Может быть, у кого-то семейный бизнес, и здесь отношения, выяснения с родственниками. Такое тоже может для некоторых из тельцов проиграться. То есть вы уже смотрите по своей ситуации. И карта сердца выпадает, говорит о том, что все должно решиться благополучно. Видите, карта актерства, игры. Игра продолжается, маски не снимаем, да. Вам приходится вот кому-то отвечать. Вы втянуты в какую-то игру, и вам приходится отвечать тем же. Вы будете стоять перед каким-то выбором в своей работе. Какое-то важное решение вам нужно будет все-таки принять, скорее всего, уже к концу этой недели. Вот так вот, дорогие тельцы, таким был расклад для вас на сегодня. Конечно же, здесь еще немножко такая волнующая тема отношений. Что же здесь? Давайте посмотрим. Для семейных пар возьмем буквально три карты. Что здесь происходит? Что здесь происходит в ваших отношениях? Какие-то совместные дороги, поездки, что-то вы вместе решаете. Но здесь я не вижу. Для семейных пар все-таки никакого предательства, никакой измены я не вижу. Она может проиграться для единиц. Здесь все-таки совместное решение каких-то вопросов со своим близким человеком. Вы ведете какую-то хитрую игру. Вы как хитрая такая дама, если вы женщина, да, телец.
которая планирует, что-то планирует, вот так вот с хитрецой что-то вы решаете. Но также это мы видим сексуальные карты, да, карты интима, карты близости. Здесь все решится, завершится, скажем так, близостью. Близость вас сближает, дорогие мои тельцы. Так, а для тех, кто одинок, выпало две карты. Какие-то большие переживания, сомнения. Может быть, ваша мама или как-то ваша семья влияет на ваш выбор, на ваши решения. Для тех, кто одинок, видите, карты такие вот темного времени суток. Это могут быть какие-то ночные встречи в каких-то ночных клубах, какие-то встречи под луной. И по поводу вашего партнера или партнерши у вас как будто бы какие-то сомнения, да, неуверенность, видите? Интуиция вам подсказывает, говорит, что что-то здесь не так. И какие-то дороги вас ожидают, совместные, может быть, поездки. Но я вижу для тех, кто одинок, здесь, скорее всего, вы с этим человеком, вот с которым вы сейчас, вот, может быть, уже познакомились, вы не будете вместе, будет кто-то другой. Это 100%. И возьмем для вас карту совета. Карта совета, ваша любовь еще впереди, мои дорогие. Тот человек, которого вот вы сейчас, с которым общаетесь, одинокие, это не то, что вам нужно, а то, что вам нужно, еще впереди. Уважаемые тельцы, таким был расклад для вас на эту неделю. Не знаю, смогла ли я вам угодить, смогла ли я вам помочь. Я буду очень признательна вам за обратную связь, за сообщения. Конечно же, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите. Обращайтесь за личными консультациями, всегда рада буду помочь в каких-то вопросах, потому что только личные консультации, личные гадания могут максимально обрисовать именно вашу ситуацию, именно то, что у вас, то, что в вашей жизни. Дорогие мои, а сейчас я всем желаю счастья, добра, любви, процветания и мирного неба над головой. Забытые старые слова, но очень актуальные и важные. Всем счастья, здоровья! И пока-пока, до новых видео!